В декабре прошлого года в отдел МВД России по Бугульминскому району обратились две местные жительницы. Заявительницы пояснили, что они разместили в сети интернет объявление о продаже детских товаров. Обратившаяся к ним женщина, покупатель, путем введения в заблуждение получила доступ к банковским картам и похитила с их счетов денежные средства в сумме 10 и 16 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Бугульминскому району установили подозреваемую. 17 августа текущего года 21-летняя жительница города Челябинска была задержана по месту своего жительства. Женщина призналась в совершенных преступлениях. Похищенные денежные средства были возвращены потерпевшим. В настоящее время уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.